Сегодня на своем канале о сухоцветах и не только я, Галина Честных, расскажу вам, что же у меня получилось из семян, которые находились вот в этом пакете, это польские семена, и которые я сеяла больше 2 месяцев назад, часть в грунт, часть на рассаду. Об этом было видео. Купила я эти семена в надежде, что получу какие-то новые декоративные травы. А что получилось, сейчас покажу. Из крупных семян, которые были посеяны в грунт, появились у меня вот проса черная, проса обычная, всего одно растение, лисьего хвостика одно растенице и овес. Больше ничего. Часть семян мелких я посеяла вот в такой лоток. Они хорошо взошли, дружно, когда были маленькими. Третью часть из этого лотка я высадила в грунт. Остальное не высадила. И хорошо, что не высадила. Сейчас я вам покажу, что же у меня взошло. Взошел лисий хвост. Лагурус или заячий хвостик. Самое заурядное луговое растение. По-моему, это мятлик луговой. Еще вот такие класски, которые просто встречаются в природе. И очень много взошло вот такого злостного сорняка, как росичка или пальчатка. Хорошо, что я только часть этих растений высадила в грунт. А вот так выглядит то, что высажено в грунт. Лисий хвост мы сейчас срежем, а пальчатку немедленно надо убрать. Вот она у меня среди краспедии растет. Вот среди статицы, причем пололи несколько раз, и этот сорняк появляется позже. Из-под листиков он выходит. По просу волосовидному она везде тоже повсходила. В общем, очень злостный сорняк, самый зловредный из всех, которые у меня есть. В общем, огорчили меня поляки. Вот в эти пакеты положить семена сорных трав или обычных, которые можно найти на лугах, ну, я не знаю, это безобразие. Потрачены деньги, потрачено время, и в результате ничего, кроме разочарования. Так что, если встретите вот такие вот семена, не покупайте. На этом все. До свидания. Всего вам хорошего.